Амикниа. Это не просто эксперимент, а у всем мы нашли мантры. Суть этого эксперимента заключается, чтобы это для быстрого привлечения денег там, для удачи в бизнесе и карьере, для успеха в коммерции. Ну, короче, все, что связано с деньгами. Но все даже тут у нас ключи, открывающие закрытые двери вселенной. Короче, тут энергетические какие-то сильные, воздействующие нам атом. Такой вот эксперименты. Тут ничего такого нет. А это более такие вот руны. Суть этого эксперимента заключается, чтобы увеличить эту силу. То есть создать по этим мантрам, на другой язык перевести. Понятно, что мантры обладают силой притяжения. И эти обладают. То есть это в 3 раза увеличится вероятность. Проверим. Но если первый раз такой вот эксперимент, можно сказать, читать, что уже почти что-то произошло. Ну, для привлечения денег. Потом посмотреть. Вот эту первую. Первую, наверное, попробуем перевести. Вот смотрите, что у нас тут получилось. Вот все. Это первые санскритские. Кунг, Ра, Роно, Ама, Нилота, Вонг. Это у нас Кано, Урус, Наутиз, Геба. Это вот это. Райдо Оттила, Наутис Оттила, вот Роно, Ансус Манас Ансус, Ама, Наутис Иса Лагус Оттила, Нило, Тей Вас Ансус Та, Вуньо Оттила Наутис Геба, Вунг. А вот это у нас уже тройной энергетический разряд. Состоит из рун. Каждая руна отвечает за каждую там силу, каждую ситуацию, которая может притянуть там благополучие, богатство, ну как тут, для быстрого привлечения денег. Да, вот такой вот ключ. Ну и плюс там ритм произношения рун. Подобное. В общем-то, будем экспериментировать. Создаю вибрацию, это медиатор. Такое трансуха для привлечения денег. Thank you.
Чистепа, райда отила, науки сотила, отсус мада сарсус, науки списа, лакус отила, кейва сарсус, мунья отила, науки степа. Райда отила, наутис отила, ансус манас ансус, наутис иса лагус отила, кейвас ансус, гунья отила, наутис геба. Gun.
на курсы, научился небо, рай на ботила, научился отила, Асус, мана Асус, научился лабус отила, Кейбас Асус, руя отила, научился небо. Канаурус, научился небо, рай на отила, научился отила, Ансус, манас, Ансус. Научился и салагус отила, кейвас, Ансус, вунья отила, научился небо. Ансус манас, Ансус научился и салагус отила, Кейвас Ансус, вунья отила, научис геба. Ansus отила, кейвас Ансус, вунья отила, научился небо. Деба, райда отила, научился отила, Ансус манас, Ансус научился, лагусы отила, Кейвас Ансус, вунья отила, научился деба. Thank you.
Мне